Ребята, всем привет! С вами я, Андрей Сухин. Сегодня у меня будет рейс. Еду на Дафи XF-105. Еду из Луги до СПБ. Везу груз. Пустые палеты. И вам приятного просмотра. И буду садиться вовнутрь. Вот я внутри. Запускаю DAF. Сниму с ручника. И поехали. И также подмениваю коллегу по дальнобою. Выехал из базы. МАН ТГИКС. Здесь мы уходим налево и поехали. Ух, красота какая. Слева чисто, справа Нива. Так, ага, я тебя понял. Спасибо. И также помешал Ниве проехать. Так. И поехали. И прокатимся сегодня по дальнобою. Притормаживаю. Коллега едет. Нас маслали. Она чего-то везет на тонаре. Притормаживаю. Так. Ну, там, видимо, красный и желтый будет. И зеленый. Коллеги по дальнобою едут. Ого, сколько. Да. Неплохо. Обгоним коллегу. И поехали. Перестроились. Здесь направо нам. Так, хорошо. Ой-ой-ой, не вижу сюда направо. Ага, чуть поворот не проехал. Думал мне прямо, оказывается, мне сюда надо было. Направо. Притормаживаю. Здесь направо уходим. И едем. Притормаживаю. Так, аккуратненько. И заехали на базу. И вот тут припаркуюсь. Ставлю на ручник и заглушу DAF. Вот такой, друзья, получился рейс. И по дальнобою. И прокатились по России. Вот. Если понравилось, то лайк, колокольчик, подписываемся, коммент пишем. И еще услышимся. И пока-пока.